С начала работ межотопительный сезон 2022 Брестское котельное хозяйство проложило уже порядка 1,5 километров труб, а всего в этом году планируется проложить около 13. Может показаться не так много, но представьте расстояние от Брестской крепости до микрорайона Ковалева по прямой, и тогда масштаб станет более очевиден. В прошлом году, получается, за весь межотопительный сезон мы заменили 12,5 километров тепловых сетей. В этом году уже вот на данный момент уже 1,5, еще километр в работе. Каждый год сотрудники Брестского котельного хозяйства стараются улучшать качество прокладываемых труб. Долгое время основными материалами для изготовления водопроводных труб являлись чугун, медь, сталь. А для увеличения срока службы использовали битумное покрытие. Сначала наносили снаружи, потом внутри. Сегодня на смену обычному чугуну пришел так называемый высокопрочный чугун с шаровидным графитом, который сохраняет коррозийную стойкость. Помимо этого, также активно используются стальные трубы. Ранее менялась просто, черная была стальная обычная труба без изоляции, которая изолировалась обычной рулонной кровлей, покровочным материалом. А тут уже идет, она предизолирована с завода. То есть, получается, идет готовыми участками. Свариваются с такими уже укрупненными узлами. Потом производится теплогидроизоляция стыков. В этой трубе присутствует система операционной ОДК. То есть система, для чего она служит? Для того, чтобы можно было выявить где-то утечку, порыв. К настоящему времени закончены работы по замене магистральной тепловой сети надземного типа прокладки, проходящей по территории электротехнического завода к жилым домам микрорайона Березовка. Здесь после проведенных гидравлических испытаний завершилась тепловая изоляция входящего под землю участка трубы. Там где-то может быть намокание, изоляция, она же не защищена, тут уже идет в стальной оболочке, либо в полиэтилену. Полиэтилен он сам по себе является изоляцией. В начальной стадии работы по замене участка тепловых сетей от центрального теплового пункта по улице Рябиновой к жилым домам по улице Сябровской 55 и Рябиновой 6 и 14 микрорайона Вулька. Здесь в течение месяца заменят более 1 километра тепловых сетей. На данном этапе сейчас ведется сварка укрупненных узлов, отопление демонтировано, потому что сейчас оно отключено в межотопительный сезон. Горячая вода пока действует. То есть, как будут готовы укрупненные узлы, будет по возможности максимально оперативно. По результатам выполнения запланированных на текущий год работ по замене трубопроводов, доля эксплуатируемых Брестских котельным хозяйством труб составит более 64%. Ежегодная замена теплосети не только снижает потери тепловой энергии и повышает надежность теплоснабжения, но и позволяет уменьшить сроки планового отключения горячей воды в межотопительный период.